То, что делает наш уважаемый коллега здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, трудно просто переоценить. И было принято решение пригласить Исмаила Калямовича войти в состав Евразийской Академии Телевидения и Радио. Сертификат свидетельства настоящего удостоверяет то, что Шангалеев Исмаил Калямович является действительно членом Евразийской Академии Телевидения и Радио. Патриотическую общественную позицию наградить Шангалеева Исмаила Калямовича за заслуги в повышении роли средств массовой коммуникации и утверждении идеалов мира и добрососедства Серебряным орденом Согласия. Это международный журналистский орден, учрежденный профессионалами России, Украины и Казахстана. Личное письмо академику Евразийской академии телевидения и радио господину Шангалееву Владимиру Валентиновичу сейчас с приглашением войти в состав президентского совета фестиваля. Надеемся увидеть вас в Севастополе. Ты у нас самый сильный. Мы тебя уважаем. И сильно тебя любим. Вы поражаете, как интеллектуал, который очень точно и глубоко мыслит. Вы поражаете, как человек, как бизнесмен. Вы поражаете, как семьянин. Ваша футбольная команда – это радость, на которую смотреть. Это восхищение у всех. Я очень рад, что мы познакомились, что мы влились как бы вместе в единый евразийский поток. Наша задача, в общем-то, содействовать, помогать тому, что вы делаете. Вы и так очень много делаете, и мы с радостью готовы и будем с вами сотрудничать, расширяя это пространство культуры, информационное пространство, пространство русской культуры, русского языка, пространство национальных проблем, которые решаются в том числе и в вашем творчестве. То, что вы делаете, это очень важно. Так что за вас я хочу поздравить вас от всей души, потому что то, что мы сегодня вам вручили, это не мои личные решения и награды, это награды международного сообщества. И я от имени наших коллег в Киеве
в Казахстане, в Алма-Ате и Астане. Вас поздравляю. Это высокий орден, и он вручен был ранее замечательным людям, ну, таким как Алзах Сулейменов, Чингиз Айтматов, Чингиз тоже был почетным академиком, неоднократно принимал участие в наших евразийских телефорумах в Москве, выступал лично, присутствовал и так далее. И, конечно, то, что мы вот в эту когорту людей вы сегодня вошли вместе с нами, для нас это большая радость, и я убежден, что мы сможем вместе на благо и русскоязычного мира, и на благо народа, который вы представляете, вместе будем дальше сотрудничать. Вот вышла на днях наша с Исмагилом книжка, душой которой, так сказать, он воистину является. Задумал он ее, очень много проблем решал. И не случайно в варианте, который появился в продаже, он называется «Ислам и мир». Там как раз взаимоотношения, что ислам является частью мира цивилизованного, да? И что это понимали представители восточно-христианской цивилизации, Пушкин, Лермонтов, Толстой, западно-христианской цивилизации, Монтескье, Гёте и так далее. Да? Вот напрашивается, вот здесь мы сидим, тоже представители разных культур, разных взглядов. Но тем не менее, да, когда, так сказать, происходит синтез, термоядерная реакция, говорят, да? Это синтез. Она гораздо мощнее, чем деление ядра. Вот мы, так сказать, эту энергетику вырабатываем вот этим синтезом. Вот это, конечно, ценно сам. Хочу продолжить по-своему очень правильную мысль Нурали. Как всегда, его все примеры и научные, и энциклопедичные по поводу энергии синтеза, которая больше, чем энергия расщепление. По-прежнему наивно считаю, что любой кворум вот ситуативный, он не случайен. И я хочу не экспромт, но процитировать, простите, нескромно себя. Поэтому четыре строчки. Искусство другом быть и быть партнером. Достаточно пройтись по именам. Есть вещи, для которых важен кворум. Кому же еще встречаться, как не нам? Мы рады видеть своего друга юности вот в таком хорошем статусе. Мы рады за него, что он достиг вот таких высот. Человек, который всю жизнь помогал всем. Мы рады за тебя, Исмаил. Сегодня мы были на таком хорошем мероприятии, где вас отметили. Ну, я думаю, это заслуженно, потому что, ну, как бы, видно результат деятельности вас как общественных деятелей, то, что правильно здесь это, помогаете, продвигаете культуру русскую, татарскую, вот это, в Эмиратах. Мы воочию убедились в этом. Большое вам спасибо.